торжественном мероприятии приняли участие сами волонтеры, руководство администрации и Смоленской атомной электростанции. Праздник начался с просмотра фильма «Я волонтер. Истории неравнодушных». Это документальная картина о людях, готовых днями и ночами искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым. Затем глава города наградил благодарственными письмами лучших волонтеров Десногорска и отметил важность вовлечения еще большего количества детей и взрослых в ряды добровольцев. Желаю всем добровольцам и активистам никогда не терять своего энтузиазма, а общественным организациям продолжать успешно работать и принимать в свои ряды новых активных жителей. Также в торжественном награждении принял участие и начальник управления информации и общественных связей Смоленской АЭС Евгений Шупта. Он наградил самых активных работников станции благодарственными письмами. А заместитель главы Александр Новиков, который является куратором муниципального волонтерского штаба, вручил личные книжки волонтера. Это первый документ, подтверждающий бескорыстную деятельность. Он официально подтверждает все заслуги и добровольческий стаж. Сами ребята признаются, что безвозмездная работа доставляет им еще больше энергии и душевного тепла. В моей жизни волонтерство играет очень большую роль, потому что нет средства лучше почувствовать себя человеком, как помочь кому-то другому. Я хочу нести этому миру добро, хочу помогать людям, которые в этом нуждаются. Я считаю, что волонтер – это человек отзывчивый, который добровольно пойдет на помощь другим людям в любую минуту. И меня это привлекает, я хочу помогать. В завершении мероприятия Александра Киселева исполнила гимн волонтеров. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.